В Гаити объявлен трехдневный траур по погибшим от урагана Мэтью. Власти страны опровергли информацию о 900 погибших в результате шторма. Официально подтверждена гибель 288 человек. Во временных убежищах остаются более 60 тысяч местных жителей. Сильнее всего пострадала западная часть острова. Прибрежные деревни оказались отрезаны от цивилизации, некоторые полностью уничтожены. На Гаити уже наблюдается нехватка питьевой воды и еды. Из-за поврежденных систем водоснабжения врачи готовятся к вспышке эпидемии холеры. От этого заболевания уже скончались 7 человек.